Любит ли он тебя еще? С вами на связи Викана. Либо его чувства уже постепенно угасают. Давайте посмотрим, сохранилось ли его чувство к вам. Мы видим с вами два рыцаря, рыцаря Пентакля и рыцаря Жезлов. Это говорит о том, что его любовь к вам не угасает. Это один рыцарь, рыцарь Жезлов. Он хочет быть для вас рыцарем, он хочет быть для вас любимым мужчиной. А рыцарь Пентаклей хочет быть обеспечителем, охранником и вашим защитником. Его чувства не угасли к вам нисколько. Наоборот, с годами его чувства набирают силу, уверенность, основательность.